пищу. Давай дальше. Динамика, динамика. Нам нужна динамика. Работа в женском коллективе. Да вообще такая вот, когда ты постоянно находишься в одном месте и делаешь одно и то же, это вот очень. Мозг вообще перестает шевелиться, и ты уже такой превращаешься в одну извилину. И тебе вот просто посидеть, чтобы тебя никто не трогал. У тебя нет никаких там идей творческих. Посидеть какие-нибудь такие сериальчики. Да. А еще когда с многими, ну вот с девочками с кем-то или там начинаешь общаться, ты начинаешь жить их жизнью. И вот это тоже погружаешься. Ну как бы это, ну вообще не то, что нужно. Чем ты вообще хотела позаниматься? Ничего? Нет, ну, вот обычно что-то делаю, там, шью, вышиваю, вяжу, вот этим. Ну, ты сейчас, в принципе, занимаешься, как тебе комфортно. Да. Платье себе шила.